Итоги переговоров правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и оппозиционной лейбористской партии по вопросу о выходе страны из ЕС станут известны на будущей неделе, заявил в воскресенье главный переговорщик Евросоюза по Брекситу Мишель Барнье. Британцам нужно использовать эту возможность, чтобы достичь соглашения. Что происходит сейчас и почему мы дали дополнительное время? Потому что, в конце концов, мы увидели, что британский премьер-министр Тереза Мэй начала диалог с оппозицией. Представитель оппозиции, теневой министр по делам бизнеса и предпринимательства Ребекка Лонг-Бейли поясняет. В данный момент мы концентрируемся на деталях, где мы сейчас находимся и в какую сторону можем двигаться. Вместе с тем, мы хотели бы видеть устойчивое и быстрое движение к тем красным линиям, которые начертило правительство. Ранее Тереза Мэй заявила, что только компромисс между консерваторами и лейбористами позволит Брекситу сдвинуться с мертвой точки. Она намерена решить вопрос о выходе страны из ЕС до выборов в Европарламент.